Когда человек любит избранную профессию, то отдает ей без остатка все знания, время, а главное – любовь. Таких людей еще называют фанатами своего дела. Зинаида Николаевна Зотова из таких. На станции юных техников она ведет детское творческое объединение картинга. Мальчишки, которые сюда приходят, сначала удивляются, что преподаватель – женщина, потом увлекаются и становятся не просто учениками Зинаиды Николаевны, а настоящими друзьями – ее и картинга. Технику как бы я с самого детства любила. И получилось так, что по улице одни мальчишки. Ну, мы как бы больше с техникой увлекались. И еще двигатели были такие, D4, D5. А потом пошли дальше мотоциклы, машины. Ну, и постепенно сдала на права. Вот, водительская есть у меня АБ, то есть мотоцикл и машина. Зинаида Николаевна пришла работать с детьми не сразу. Попробовала себя на производстве. Но творческая работа все же перевесила. Когда пришла на станцию юных техников, здесь был всего один карт. Сейчас их 7. И это несмотря на то, что цена на такую машину доходит до 200 тысяч рублей. И купить их не на что. Приходится собирать своими руками из подручных средств. Выручать станки. Токарный, фрезерный, шлифовальный. И желание мальчишек промчать на спортивном карте, сделанном своими руками. Когда сам ездишь, получается, как сам и механик. Сам и делаешь. Я также и ребят это учу. Значит, не только, как бы, грубо говоря, наездник, ты должен сам ремонтировать. То есть он как и слесарь получается. И даже на станочках, я ребят постарше, он стоит рядышком со мной, я ему рассказываю, как, что делается. Зинаида Николаевна часто выезжает со своими спортсменами на соревнования. И выступают ее подопечные довольно успешно. В России даже нет, чтобы женщина занималась картингом. Ростовская область гордится тоже, потому что одна единственная женщина у нас в области такая. Она уже у нас более 15 лет работает. Мы все гордимся, уважаем ее. Техника всегда манит мальчишек, и они часто приходят сюда на дни открытых дверей. Остаются самые увлеченные. В начале учебного года приводим деточек сюда. Она проводит такие показательные выступления. И детки с удовольствием записываются сюда, к ней в кружок. Ну, Зинаида Николаевна нас хорошо обучает, все у нее получается, хорошо нам все объясняет. Вот с интерната ребята позакончили картинг. Уже они до 18 лет где-то здесь находятся. До сих пор приходят гости, здороваются, как, спрашивают дела, мне приятно. И также встречаю, вот они уже повыросли, своих детей приводят. О, это вообще приятно. Кстати сказать, в семье Зотовых все увлекаются техникой. Сыновья Алексей и Дмитрий разделяют страсть матери к технике. Старший сын, да, как бы полностью пошел в технику, любит, багги дома собрал, вот, квадроцикл собрал. А меньший сын, думаю, нет, он технику никогда не полюбит. Думаю, ну почему? Ну, значит, у него другое направление. Проходит какое-то время, ну и работает в банке программистом. И он потихоньку собрал мотоцикл тяжелый, вот запчастей, как бы он, ну, увлекся. Я даже не ожидала, спрашиваю, думаю, как же это, Дима, так? Ну, ты не должен любить технику, мы его еще ботаником называли. И вот, пожалуйста, любит тоже профессию. И, конечно, мы не могли не спросить Зинаиду Николаевну, есть ли у нее мечта? Конечно, есть. И мне хочется картодром. А так у нас есть площадка, она асфальтированная, тем более карт требует... Высота у него 5 сантиметров от земли, от асфальта. И только ровный асфальт. А вот по дорогам как бы нельзя. И нам нужна, да, трасса. Трасса специально нужна. Да. Этот репортаж мы снимали накануне женского дня 8 марта. А что сама героиня нашего сюжета хотела бы пожелать всем женщинам? Ну, самое главное – счастья и любви. Любви детей, любви в семье. И творческих успехов. А мы хотим пожелать Зинаиде Николаевне Зотовой побольше хороших учеников и исполнения ее желаний.